Добрый день, любительницы вязания. Сегодня хочу показать вам, как сделать вот такой узор. Я связала кофточку, я бы даже сказала, больше это болеро. Получилось она у меня несколько неожиданно. Планировала связать пончо, а получилась кофта коротенькая такая, как вот болеро. Вы в предыдущих кадрах видели, как она выглядит. Я расскажу выкройку, как я сделала, и покажу узор. А вы уже можете сделать такой же, или же у вас возникнут какие-то свои идеи, и вы их воплотите в жизнь. Итак, я покажу узор. Да, для начала взяла нитки 100 грамм 300 метров. Крючок у меня пятерка. Начинаем, как всегда, с обычной петли, и я провяжу, давайте провяжем 20 воздушных петель, цепочку с 20 воздушных петель, и потом мы ее просто обвяжем полустолбиком. Все знают, как это сделать. Я сделаю за кадром. Вы понимаете, я делаю 20 воздушных петель для того, чтобы вы видели узор. И вот у меня 20 петель. И теперь я в каждую из воздушных петель провяжу вот так вот полустолбик. Я думаю, всем понятно. Легко, ничего сложного. Обвязали. Да, вот она несколько уплотнилась, эта цепочка. Поворачиваем на обратную сторону. Поворачиваем вязание. И делаем 3 воздушных петли подъема. 1, 2, 3. Делаю накид. И вот прям в эту же первую петлю я провязываю столбик с одним накидом. Теперь мы с вами будем этот столбик обвивать. Один накид, захватили, второй накид, захватили через этот столбик, третий. Можете сделать 3, можете сделать 4. Смотрите, это все будет зависеть от того, от толщины вашей нити. У меня 3. И вот теперь я все это протянула через... Не протянула. Повторяем. 1. 2. 3. Протянули. Но я протягиваю не сразу, а оставляю на спице вот 2 петельки. Последнюю я не довязываю. И теперь в 2 вместе провязала. Вот у меня получился вот такой вот как бы столбик. Теперь делаю опять накид. Смотрите, пропускаю один столбик и во второй опять провязываю. Для чего? Потому что столбик пышный, и он тогда будет увеличивать размер. А так он будет ложиться как положено. Опять накид, заводим под столбик, 1, 2 накид протягиваем, 3 накид протягиваем. Можете сделать 4, будет более пышно. Оставляем 2 петли, провязываем, опять, смотрите, пропускаем 1, и во вторую петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Я продолжу дальше за кадром. Вы самостоятельно закончила я вязать ряд. Вот, правда, один пропустила, только сейчас заметила. Но это, в общем-то, не важно. Когда мы делаем изделие, конечно, вот это вот ошибки допускать нельзя. Поворачиваем изделие, и теперь вот в каждую петелечку мы провязываем полустолбик. Мы как бы уплотняем этот ряд. В каждую петелечку, видите, с
стараемся не терять петли. Это важно, если мы думаем вязать вот таким рисунком изделие, нужно обязательно просчитывать. Почему? Потому что, чтобы наше изделие никуда не уменьшалось, не увеличивалось, а шло вот каждый из этих вот столбиков, что шел над столбиком, и все было равномерно. Иначе потом вы увидите, что отошли от заданной выкройки, придется переделывать. А переделывать всегда не очень приятно и нравится. Лучше сразу же делать, получать от этого удовольствие, да? Ну, вот таким образом с вами сейчас дойдем до конца ряда. Здесь я не ловлю там ни переднюю стенку, ни заднюю стенку. Я просто стараюсь провязать его, как бы за ужесточить вот этот вот ряд. Почему? Потому что все-таки играет сам по себе узор, он такой воздушный, крючок у меня толстый, да. Если мы берем более толстый, конечно, он будет поплотнее, но опять-таки это вы можете сами экспериментировать. Дальше смотрите, могу сделать одну петлю для того, чтобы не подъема не затягивала, и дальше я предлагаю, по крайней мере, я так делаю. Вот я провязываю через переднюю стенку. Зачем я это делаю? Для того, чтобы на той стороне у меня появился как дорожка. Сейчас я вам покажу. Этот узор с двух сторон, он и с лицевой, с изнаночной, он красивый. Получается, как бы двухсторонних сразу различить нельзя, какой лучше, какой хуже. Но вот когда мы так с вами идем, видите, вот получается здесь дорожка. И проходя следующий ряд, мы ее постараемся сохранить. Вот видите, вот у меня получается вот такая вот как бы дорожка с петелечек. Вот полностью провязала ряд, и мы видим вот такую дорожку. Поворачиваем наше вязание. Опять-таки я предлагаю сделать одну петлю подъема для того, чтобы не стягивалось. И здесь точно так же предлагаю вязать за вот эту переднюю стенку. Вязание будет рыхловатое, но это у меня зависит, конечно, и от крючка. Хотя оно и у меня точно так и в кофте смотрится. За счет этого она более, ну, на мой взгляд, более легкая, не такая уж плотная. Смотрите, здесь мы тоже прогоняем с вами дорожку. И здесь она у нас остается, как бы пробита одна полосочка такая. Видите? За переднюю стеночку. И так до конца ряда. Так, мы закончили с вами третий ряд. Значит, после вот этого ряда столбиками мы провязали один ряд, второй и третий. Поворачиваем вязание. После этих трех рядов кто-то, может быть, увеличит это количество пространства. Я же сделала 5 столбики, обвитые столбики, 3 петли подъема. И вот прямо в первую же петлю делаю. Вот, делаю у нас столбик с одним накидом. И, как и в первый раз, 2, 3. И протянула. Протянула, оставила 2 петелечки. Захватила их, еще раз провязала накид. Пропустила одну и в следующую. Вот таким вот образом я связала всю кофту. Дальше показывать я не буду, то есть вы поняли. Я покажу уже на самом изделии. Вот видите, да, ряд столбиков. Здесь у меня получается вот то, о чем я говорила.
вот как бы пробитая дорожка, да, и следующий, следующий, следующий. Вот получается такой узор. Теперь расскажу вам, что я сделала, как я сделала выкройку. Выкройка вот таким вот образом у меня выглядит. Насколько видно сейчас, вот смотрите. Ну, будем, я буду показывать на половинке. Вы делаете выкройку самостоятельно на любом, в любой ткани, которая у вас есть ненужная, да, для того, чтобы можно было потом примерить и посмотреть. Я почему говорю, что я для начала хотела связать пончо. Планировала, но, как оказалось, ниток мне оказалось маловато, поэтому хотелось бы ее сделать подлиннее. Вот эти уголочки, они у меня коротенькие получились, да, и ниток было всего лишь 0,5 килограмма, а ушло на эту кофту где-то порядка 450 грамм, ну, с обвязкой, со всем прочим. Вот мы делаем с вами вот такую вот выкройку, складываем, сложили в два, а если разложим, то получается вот она вот таким вот образом. У меня, я замерила специально размер, где-то 1,30 м. Высота где-то 0,5 метра. И горловину сделала 25-16. Мне хотелось, чтобы горловина была побольше, так как бы на одно плечо спускалась. Ну, я ее потом исправила. Немножко я вам покажу, как. Чтобы она у меня уменьшилась. У меня даже воротничок получился, вы видели на фото. Вот теперь я сделала выкройку. Вот смотрите. С бумаги сделала выкройку. Ну, как бы вот она половинка, да, здесь у меня целая, но вязала я, набрала петли вот так вот, и вот вязала, вот у меня шли полоски вот таким вот образом, да, вот эти мои столбики витые. Вы можете выбрать, как вам удобно, можете вязать отсюда, она будет совершенно по-другому смотреться. А если бы это было пончо, да, то есть я бы одела, вот здесь у меня плечи, оно бы свисало вот так. Вот этот уголок у меня оказался коротковат, поэтому я решила переделать. Переделала вот каким образом, смотрите. Значит, вот у меня эта выкройка, да. Что я сделала? Я их сложила вот таким вот образом. Видите, как будто бы кофта у меня. Вот у меня как будто бы кофта. Вот это у меня горловина. Здесь я поставила пуговицы. Вот здесь вот я. Как у меня там получилось, да? И вот здесь вот я сшила рукава. Вот она у меня раскрылась. Сшила. Но рукав получился наискос на уголок. Видите, вот он у меня не ровным получился, а уголком. Поэтому вот здесь я сшила, потом добирала вот здесь вот нитки и довязывала до ровного. Сейчас покажу. Вот смотрите. Вот видите, вот у меня шел уголок. Я вот здесь набрала петли и провязала их. Провязала их до конца. Соединила, связала и обвязала рукав. Вот у меня получился рукав, хотя на первый взгляд он был у меня вот таким вот уголком. Вот он, рукав сшит. Да, я неправильно показала. Я просто здесь сшила рукав. А вот здесь вот я не сшивала вот эти вот места. Просто сшила рукав. Да. Сшила рукав, потом здесь я обвязала горловинку, сюда поставила пуговички, обвязала прежде всего вот горловину, обвязала вот это для того, чтобы было вот, обвязала рукавчики. Сейчас покажу, как. Вот смотрите, вот у меня обвязано, да, это у меня низ обвязанный, вот у меня вязана горловина. Вот она у меня не такой, как каймой, переходящая вот застежку. А вот у меня здесь я поставила пуговички. Пуговички.
тоже обвязаны. Подобрала вот такие долго, думала, какие. Вот нашла такие пуговички, связала шнур гусеничкой. Вот здесь вот аккуратненько их пришила. Они не видны даже, как оно сошлось с цветом. Ничего не видно. Вот здесь у меня, видите, петелька. Петелька, так как у меня кофта запахивается, получается как двубортная. Для того, чтобы не свисала с обратной стороны, я вот сделала такую петелечку. Потому когда она застегивается, видите, для того, чтобы это пола нижняя не спадала. В связи с тем, что вятка рыхлая, есть дырочки, петли мне не пришлось сделать, я просто вот в эти дырочки одеваю, у меня получается вот так вот. Ну, как бы это моя идея. Хотите, пожалуйста, возьмите себе на вооружение. Видите, вот у меня все пуговички, я все застегнула. Все отлично. Как обвязывать края? Не знаю, насколько, возможно, вы знаете. Это не столько, в общем-то, и сложно. Если будет интерес, пишите, я покажу, как обвязала край, как сделала вот этот вот шнур гусеничка. Его делают все, есть в интернете. Нет, я тоже могу показать, если будет интересно, пишите. Ставьте лайки, подписывайтесь. Буду делать новые видео, рассказывать о своих идеях. А вам творческих идей, вдохновения и успехов. До новых видео!